Врачи, а значит, на первом месте работа. Отдав однажды клятву Гиппократа, остаются ей верны каждый день, каждый час, каждую минуту. И познакомились супруги здесь же, на станции скорой помощи. Сейчас Елена Алексеевна Кулешова работает в должности заведующей подстанции номер 3, а Николай Михайлович постоянно на вызовах. Его руки, его знания, его опыт всегда для тех, кто нуждается в помощи. Сколько спасенных жизней, сколько желания быть нужным в профессии. Ну, во-первых, стандарты лечения. Это по-европейски все идут. Много препаратов появилось новых совершенно. И техника у нас сейчас появилась для реанимации в каждой машине. Все есть. Медицинская тема неисчерпаема, ведь медицина не стоит на месте, и врачи Кулешовы не перестают учиться. Надо все знать и уметь, ведь от нас зависит жизнь человека, признается Елена Алексеевна. Много приходит на станцию скорой помощи талантливой молодежи, им тоже нужно помочь. И уж кто, как не Кулешова, опровергают мнение людей о том, что работать с супругом на одной работе нежелательно. И у них зона обслуживания от Магри до Красной Поляны. И поэтому бывает вызов, когда уезжают на 5 часов, на 6 часов. И даже вот если я в рабочее время, обязательно ко мне забежит кофе попить. Вот в автомате возьмет 2 стаканчика, принесет. Мы хоть минуточку, но пообщаемся, вместе кофе попьем. И там всегда есть о чем говорить. У нас не бывает такого, чтобы нам было скучно, чтобы мы не разговаривали. Мы вместе смотрим телевизор, мы вместе заглядываем в интернет, мы вместе смеемся, бывает, вместе плачем. Как можно устать от родного, любимого человека? Живут с семьей и работой, и дома, и за семейным столом опять же возвращаются к обсуждению рабочих будней. Потому что врачи, потому что не мыслят себя без любимого дела и не мыслят себя друг без друга. Двое взрослых детей, есть уже внуки, и все в семье с любовью и уважением. Счастливые 33 года в любви и верности. Пример для родных, знакомых, да и в целом для молодежи, которая должна понимать, как важно в жизни не ошибиться и найти свою половинку, чтобы не просто жить, а радоваться каждому дню. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.